Всем ДВС, народ, меня зовут Сергей Лав, и сегодня я хочу записать такой хороший, понятный, доступный гайд по обычному рейду для новичков и для тех, кто, ну, может быть, уже не считает себя новичком, но все еще не взялся за прохождение данного контента, тем более, что на него очень легко на самом деле забить, потому что он кажется вначале очень муторным, сложным и вообще непонятным, зачем нужным. По крайней мере, я его отложил в долгий ящик на несколько недель, когда начал играть. И не я один, судя по комментарию, который говорил, что «Серега, запиши гайд по рейду, а то многие его не проходят, потому что вот только что я вам описал, почему». И я уже к тому моменту, конечно, собирался этот гайд сделать, но это, можно сказать, стало последним толчком для того, чтобы я наконец-то собрался. Итак, перейдем к делу. И я этот гайд разобью на три части, логически. Первое, куда здесь вообще идти и что делать? Второе, боссы и как их убивать? Третье, что вам нужно, чтобы убивать боссов, какие пачки и так далее. Итак, куда здесь идти? Во-первых, для того, чтобы войти в рейд, вам нужен билетик специальный, такой костяшка. На каждый заход требуется две костяшки. Одну в день вы получаете бесплатно. Также еще одну вы можете купить в гильдии. Итого 8 штук в неделю максимум. Сам рейд обновляется раз в неделю. Да, это очень простая информация, и все ее знают. Но, ребят, порой что я читаю вопросы в комментариях в плане, создают волосы на голове шевелятся, создают ощущение, люди, ну, я не знаю, просто вообще, что ли, в игру не заходили и спрашивают об этом. Типа, где брать героев? Ты ему говоришь, в Сумоне. А тебе еще дальше вопрос, а где это? И ты просто в тупике в полном, так что, ребят, не серчайте, реально бывает и такое. Но я это упомянул не просто так. Дело в том, что помимо захода на рейд, благодаря этому билетику можно сходить в первую локацию в лабиринт, либо в 1-1, либо в 1-3, мне нравится бегать в 1-3, и проверить там торговца. На это требуется еще один билетик. И у этого торговца вы можете что-то полезное купить, если оно у него есть. Если нет ничего, на выход бежать не надо, уходите через yield функцию, тогда билетик не потратится. Итого у вас 8 данных билетиков в неделю, а потребуется вам 6, потому что заход в рейд это, условно говоря, 3 захода на 3 боссов. То есть 2 раза в неделю вы можете что-то купить еще у торговца. Да, эта информация непосредственно не имеет отношения к самому рейду, но она максимально взаимосвязана, и впихнуть ее куда-то еще, ну, я думаю, здесь ей самое место и самое логичное расположение. Поэтому имейте в виду, куда еще вам могут потребоваться данные билетика. Итак, к самому рейду. Как я уже сказал, сам рейд это 3 захода по боссу. Ну, я лично хожу сначала на левого, который внизу босс, потом на правого, который вверху. После убийства этих двух боссов у вас откроется центральный проход, который ведет к самому главному мега-боссу, так скажем. И все, после того, как вы убиваете 3 боссов, рейд закончен. Есть также в самом рейде и торговец, куда вы заходите, чтобы прикупить каких-то шмоток. Но заходите вы к нему уже после всех ваших активных действий. Дело в том, что когда вы перемещаетесь, в рейде каждая клеточка стоит 1 мораль. Также каждый бой стоит 7 морали. Итого, количество ваших ходов в рейде ограничено. И я, наверное, вам покажу картинку. Опять же, все придумано до нас, ну и для нас в том числе. Эта картинка показывает максимально оптимальный маршрут, по которому нужно ходить. Да, блуждать особо не надо. Один маршрут, и вы просто повторяете его всегда. В чем прикол? Дело в том, что поначалу, конечно же, вам хочется просто пройти рейд. И если у вас с этим затруднение, вы не уверены, что справитесь, ну, значит, идите к нему, к боссу, кратчайшим путем. Но как только вы с этим справитесь, а это, в принципе, не так сложно, вам захочется получить как можно больше выгоды с захода на рейд, учитывая то, что количество заходов, как вы понимаете, сильно ограничено. Итак, эти маршруты придуманы неспроста. Они рассчитаны на то, чтобы убить за каждый заход как можно больше мини-боссов. А каждый мини-босс это дополнительный сундучок, из которого может выпасть ценная шмотка. То бишь, вся ценность захода на рейд фактически это выбивание данных сундучков, из которых может получиться что-то рандомное, ну такой лутбокс местный. Соответственно, чем больше сундучков вы выбьете, тем больше шанс, что вы получите ценную вещь. Итого, данный маршрут рассчитан на большое количество морали в вашей команде. У вас есть определенная стартовая мораль. Также один раз за рейд, за каждый рейд, вы можете разбить лагерь и восстановить мораль. Соответственно, команды считаются
по вот этой морали, которую вы можете восстановить. И если вы где-то увидите упоминание у этой команды 20 морали, значит, она восстанавливает в лагере 20 морали. Чтобы пройти полным данным маршрутом, вам потребуется где-то около 40 морали. Также вы можете увидеть, что после первого захода, после босса, если у вас остается мораль, стоит пройти чуть-чуть вправо и убить стартовую пачку, уже, которая ведет на правого босса. Ну, опять же, чтобы сэкономить мораль, потому что в следующий заход вы потратите не 7 морали на этот бой, а просто единичку на проход пустой клетки. Но, ребят, это уже, так скажем, более... эндгеймовый, так скажем, мета, что ли, да, вот эта сборка пачки не просто какой-либо, чтобы пройти хоть как-нибудь, а пройти это эффективно и как можно больше всего. Поэтому, если поначалу у вас нету высокоморальной компашки, забейте, проходите ровно столько, сколько у вас получается. Лично у меня всего где-то 20 морали, и, допустим, если идти налево, я захожу налево до конца и возвращаюсь, то вот этот крюк после босса я уже пройти не могу, не получается. Направо я также иду не полным данным маршрутом, а делаю там буковку П, где это доступно на карте. Но это максимум, на что хватает моей морали. Соответственно, вы перемещаетесь в соответствии с тем, сколько у вас морали, сколько она позволяет вам пройти. Итак, с этим разобрались. На самом деле, как видите, все просто. Заблудиться и потеряться здесь фактически невозможно. Просто идете по маршрутику. Дальше боссы. Начнем с левого босса. Я, наверное, не буду зачитывать все его скиллы, вы их на экране увидите, да и в игре можете прочитать. Тем более, что это долго и не особо интересно. Озаглавлю лишь ключевые аспекты того, что вам нужно сделать. Принцип его убийства крайне прост. Вам нужно убить двух мобов, которые находятся перед ним. Иначе лупить в него нет смысла, на нем висит жестокий щит, который вы будете очень долго ковырять. Поэтому принцип такой. Убиваете двух мобов. После этого босс кидает ауешку, которая вас дебафает, а также кидает антибаф, дебаф, который снять, к сожалению, нельзя. Как только это происходит, вам нужно влить в него как можно больше урона, потому что именно в этот момент с него спадают щиты. Кидаете ему пробой щита, кидаете ему все ульты, бёрны, в общем, все, что у вас есть на дэмэдж. Надамажили, дальше вновь появляются щиты, и вам вновь нужно убить мелких монстриков. Убиваете, цикл повторяется. Он кидает свою ауешку, теряет щиты, вливаете урон. Все очень просто. К слову, на харде эти мелкие мобы будут еще и хилить босса, если у босса меньше здоровья, чем у них. То есть их еще нужно будет как-то либо контролить, либо очень быстро заливать. Но для нормала об этом можно не париться. Здесь какие есть нюансы. На самом деле, до того, как кинет он свой ульт, который запретит вам бафаться, вы можете забафаться все-таки. Аккурат перед этим моментом, потому что он не снимает уже имеющиеся бафы, он лишь запрещает навешивать новые, поэтому кидайте баф до его атаки. Ну, здесь, как и вообще на всех боссах, в принципе, вам нужен хороший клинс, ну, то бишь, хороший дебафер, который будет снимать замедление с ваших юнитов, потому что, ну, стоять столбом не очень приятно. Также, как же, опять же, в принципе, про всех боссов можно сказать, очень полезно иметь пробой щита, ну и соло-таргет-дэмэджера, который позволит вам хорошо заливать этого босса. В целом, каких-то сложностей с ним у вас не должно возникнуть. Теперь переходим ко второму боссу. К слову, дорога до второго босса может быть сама по себе немножко опасной, так как там есть парочку мини-боссов, которые неплохо так заливают. И вам в целом неплохо иметь на всей пати неплохую выживаемость, 1000, так 10 хп, просто чтобы от какого-то случайной атаки, от какой-то, ваш персонаж не сдох, который там работает пробойщиком, например, или еще чем-то таким. Итак, сам второй босс. Его механика также на самом деле несложная, по крайней мере в нормале вообще все несложно. В общем, после того, как его здоровье опускается ниже 70%, он уходит в невидимость. Вроде бы так оно работает. И для того, чтобы его оттуда выкурить, вам нужно какой-нибудь АОЕ дэмэдж. Выкурить его пёселем, которого вы можете за души призвать, нельзя. У меня с этой ролью справляется Рави, и, в общем-то, там не важно, насколько много вы надамажите, важно, чтобы просто по нему прошел какой-то дэмэдж, и, соответственно, именно поэтому вам и нужен какой-либо АОЕ. Как только вы его оттуда выкуриваете, просто дамажите дальше. Мелких мобов у него убить нельзя, потому что они, по-моему, хилятся.
По крайней мере, на харде его точно нельзя этих мобов убить. Дальше просто задамаживайте и старайтесь не сдохнуть. Как только его здоровье опускается ниже 40%, начинается фаза. Но на нормале это очень изичная фаза. Он делает рывок и кастует такую жесткую атаку. Просто запинывайте дальше. По крайней мере, я его взял да залил тем, что у меня есть. И, как говорится, мертвые уже ничего не делают. Поэтому, опять же, с этим боссом у вас не должно возникнуть каких-то проблем. Важно иметь АОЕ атаку, клинс, да и хил. Все. Ну а теперь к финальному боссу. Опять же, на нормале особой сложности он представлять не представляет. Механика такова. Получает, когда он получает первый урон, он кастует АОЕ атаку и вылупляет первые два яйца. Если вы, ребят, очень чувствуете себя уверенно здесь, но это, конечно, не в самом начале, вы можете вообще забить на тех мобов, которые здесь находятся, и просто вливать урон в самого босса. Но вот лично у меня так не получилось. Когда я забежал первый раз на Ололо, меня наказали и объяснили, что я не прав. Поэтому, если вы здесь плохо себя чувствуете, просто убивайте мобов. Они там то ли стан могут накинуть, по-моему, стан могут накинуть, когда атакуют, да и у дамага с них неплохо влетает. Поэтому убивайте их. Более того, на боссе все время висит щит, и дамаг в него влетает не очень большой. Тем не менее, когда вы намажете мелких мобцов, этот же урон расходится и в самого босса. На харде этого нет, соответственно. И к тому моменту, когда вы убьете данных мелких мобов, у босса у самого останется где-то там процентов то ли 50, то ли 60 урона. У меня вообще получилось так, что у маленького моба оставалось совсем чуть-чуть хп, а я влил ему целую пачку. Так что босс уже меньше 50 здоровья имел к тому моменту, когда мелкие мобы умерли. Когда у него остается меньше 50% здоровья, он кастует еще одно уеху и вылупляет оставшиеся два яйца. Опять же, если вы считаете, что у вас достаточно урона и выживаемости, на этих пчел можно забить. Более того, они на самом деле гораздо более простые, чем первые два моба. Вроде бы они просто контратакуют вас. То есть что-то такого жесткого они уже не вливают. Но я в итоге решил убить их все-таки. Ну, просто для справедливости. Когда босс остается один, жесткости какой-то он уже из себя не представляет. Просто атакует. Так, где-то на пол хп он того же Фуриуса у меня пробивает. Причем происходит это не часто, босс не быстрый. И у меня хватает просто за глаза времени, чтобы своим антмарантией захилить Фуриуса, да и всю пачку. Да, поэтому просто дальше заливается его, и все, всем чем есть. Как видите, на самом деле справиться с боссами в лабиринте, да и вообще разобраться, что в лабиринте делать, несложно. Я бы сказал, даже очень просто. И последний блок моего рассказа, какая же пачка вам нужна? На самом деле, этот блок будет самый короткий. С одной стороны, я не всех персонажей знаю наизусть, чтобы вам, знаете, прям супер глубокие такие олдовые советы выдавать, что вам собирать. С другой стороны, пачек, которые можно собрать в лабиринт, можно придумать просто нереальное количество, потому что каких-либо ограничений нету. Я чего только не видел, что сюда берут. Ей-богу, можно взять любого практически персонажа, лишь бы он был жестко одет, так как вам нужно всего лишь несколько вещей. Неплохой танк, да, то есть тот персонаж, которого будут атаковать чаще всего юнита, вроде бы 80% вероятность того, что именно в танка будет, ну, в того, кто стоит спереди, будут лететь атаки. Можно танковать, допустим, хилом, если у вас есть Монтмаранти, танкующий Виверну 11-ю. Этого должно хватать. Но в таком варианте, возможно, вам не будет хватать хила. Поэтому я лично видел очень много сборок с двумя хилами. Ну, допустим, Монтмаранс и Тамарин. Ну, Тамарин вообще имбовая хилерша. Конечно, сейчас ее не получить. Да, тем не менее, я очень много видел использовать Тамарин как танка. И еще, допустим, Монтмаранса как саппорт хила. Да, в два хила можно ходить. Можно идти в жесткого танка и хила. Либо вот у меня в роли танка Рави. И ее, в принципе, в нормале хватает. Я бы даже сказал, ее и в хеле хватит, если одеть под 1020 здоровья и побольше брони, ну и поменьше атаки. С другой стороны, зачем она в хеле? Ну, разве что Карканиса выкуривать. В принципе, неплохо. То есть, танк. Далее, хил, очевидно, можно взять два хила. Основное занятие хила здесь должно быть это клинс. Как вы видите, многие боссы навешивают на вас всякую дрянь, и эту дрянь нужно снимать, ну, прям сразу, потому что иначе вы будете стоять с пробоем щита, и ваши персонажи могут сдохнуть либо с замедлением, и тогда, опять же, ваши персонажи могут сдохнуть раньше, чем что-либо сделают. Поэтому здесь наравне с тем, что вам нужен хил, вам нужен еще и какой-то дебафер. Ну, опять же, у меня есть Монтмаранс, и она выполняет свою задачу на отлично.
Также вы можете просто одеть иммунсеты или что-нибудь еще, что позволяет вам не получать дебафы. Ну и, собственно, дамагер. Здесь можно взять, точнее, здесь обязательно нужно взять отличного соло дамагера. Например, для новичка идеальный вариант — это командор Ларина. Она вообще, в принципе, один из лучших соло дамагеров в игре. Понятное дело, что когда вы там будете играть полгода-год, возможно, вы ее замените кем-то более эффективным, но поначалу это самый доступный и просто бомбезный вариант. Более того, командор Ларина в сборке, вот если бы я ее использовал, она давала бы мне гораздо больше морали, нежели Луна. Луна вообще очень плоха для рейда именно с этой точки зрения, потому что она очень мало морали дает, а соло дамагеров в игре жопой жуй. Ну и вам хорошо бы иметь какой-то пробой щита, просто потому что, чтобы бои не тянулись 5000 лет. Да, я, как уже говорил, практически про всех боссов, они какой-то особой сложности с точки зрения их оттанковывания или отхиливания не представляют. Вот, и, соответственно, это все, что вам нужно. Танк, клинс, дамагер, по вкусу бафы, пробой щита, все, что позволяет ускорять вашу проходку этого рейда. Ну и все. В конечном итоге, после того, как вы убиваете босса, возвращаетесь на стартовый портал и заходите в магазин. Что можно купить в магазине? Ну, я вот покупаю катализаторы для Луны. Это не самая ценная покупка, в принципе, так как катализаторы добываются легко. Но мне лень их добывать другими способами, мне всего пару штук осталось. В остальном здесь стоит брать заточки на артефакты, потому что их хрен достанешь. Но еще более ценным, мне кажется, это тело на скорость. Тело на скорость, я бы сказал, максимально универсальное, и его можно закупить хоть 10 штук, лишними не будут. Поэтому рейды полезно. Ну и помимо самого магазина, как вы уже поняли, как я уже рассказал, в конце каждого захода вы получаете ящички, из которых что-то может вылупиться, какой-нибудь шмот. И мне вот после, сегодня после финального босса выпало суперкольцо, которое было бы суперкольцом, если бы не дерьмовый мейнстат. А так все очень даже в нем процентненько, очень красиво, но вот, к сожалению, выкинуть его да и только. Но это уже, как говорится, другая история. Надеюсь, этот гайд вам был полезен, вы из него подчерпнули, как именно в него ходить, что именно вам нужно и что это несложно. Гайд по Хеллрейду я, наверное, тоже когда-нибудь запишу, когда сам с ним справлюсь. По крайней мере, левого босса я уже осилил. А вот с правым беда-печаль, выживаемости не хватает, потому что, как я уже сказал, после 40% здоровья он начинает просто чумово заливать вашу команду, и там нужен либо овердэмэдж, чтобы его залить по-бырому, ну, либо какой-то дичайший сустейн. А у меня нет ни того, ни другого. Ладно, не буду затягивать концовку. Надеюсь, еще увидимся.